Добрый вечер, с вами Жириновский. Сегодня буду проходить Риневан Джеми Тридеш. Путин передал мне эстафету. Ну я, разумеется, не мог ее не принять. Однако, легитимности Путина, который якобы прошел невозможный уровень Слутерхауса, я сомневаюсь, поскольку в ролике было видно склейки, когда мемчики закрывали экран. К тому же, Слутерхаус по-прежнему не верифицирован. Путин, ты позоришь ВДК своей палевной игрой с читами. Как тебе не стыдно? Безобразие. Я, в отличие от Путина, играю чисто своим скиллом, поэтому за меня голосуйте. Я стану следующим Хокаги. Опачки, легчайше. Многие из вас могли заметить, что у меня такой же скин, как у Лукашенко. Я ему дал погонять на своем аккаунте. В этой игре важна вежливость и деликатность, поэтому я не буду материться. Собчак сказала мне, что я нубяра. Так вот, пусть идет нахуй. Саризамат? Я такой, молодец. Мне все, нипочем. А Бобу, знаете, это я ее захуярил. Ты человек, стоящий за резней. Помню, как однажды меня жало. В костюме было неудобно. За Анкоку на Тэнши. Но и не ой, простите, случайно вырвалось. Я не анимешник. Это Порошенко меня научил. Вот это я кринжанул. Кстати, а помните, как я по вентиляции лазил на язычах? Аккуратненько. Поднажмем. Пора признаться. Я перкугай. По традиции я должен передать эстафету. Так вот, передаю ее неизвестному блогеру. Вот и все. Джиджи, изи-пизи, лемон, сквизи. Ах да, чуть не забыл.